Так, вот сегодня на рыбалке был. Вот так вот карася словил. Такой неплохой карасик. О, это шахматка. Полезла сюда на рыбу, вот это пришлось вытаскивать ее. Вот такая вот. Я уже снимал. Еще шахматка. Это водяной уж. Только почему его называют шахматом? Потому что у него такой рисунок, как в шахматном порядке. Вот. Вот. Это змея, то есть водяной уж. Он абсолютно безобидный, он не кусается. У нас есть, обитают желтобрых полос. Там каспийский полос. Вот. Они до 1,5 метра вырастают. Вот тот очень агрессивный. Не ядовитая змея полос, но кусачая, кусачая. Это вот, смотрите. Она меня не трогает. Вот такой вот. Так, ну, улов меня сегодня порадовал. Красноперки уже нету, но карась пошел уже. Работал на одну удочку. И буквально вот с утра, с 4:30, и вот получается вот это вот наловил. Так, ну ладно, сейчас пойду водяного уже отпущу. Так что вот такой вот у нас улов сегодня. Ладно, пойду сейчас этого отпущу.